О, а мне. Раз, два, три. Уважаемые коллеги, уважаемые партнеры, уважаемые друзья, новейшая линия. Действительно, сегодня очень приятное событие, и солнечное, и новое производство, новый агрегат. Агрегат уникальный, такого агрегата нет даже в Череповце. И те вложения, те инвестиции, которые вкладываются в эту площадку, они приносят, конечно, огромную пользу не только для компании, не только для предприятия, но и для государства. И, наверное, вот «Северсталь-ЛАД» является таким одним из самых лучших примеров организации хорошего взаимодействия бизнеса и власти. Поэтому огромное спасибо руководителям государства за поддержку нашей компании, за те преференции и за те хорошую помощь, которую оказывают. И в целом я считаю, что вот на таких примерах, даже в непростом рынке, и должна кроиться вот изюминка любого бизнеса. Если говорим о привлечении иностранных инвестиций, то я думаю, что здесь весьма важное домашнее задание, которое нужно делать непрерывно. Это делать все для того, чтобы те иностранные инвестиции, которые уже случились, были бы они, которые уже есть, имеют место, чтобы они были, ну, мягко говоря, удовлетворены, довольны тем, что они сюда инвестировали. Потому что любой будущий иностранный, потенциальный иностранный инвестор, одно из первых дел, что он сделает, он придет к другим иностранным инвесторам, которые уже инвестировали в этой области, и спросит, не жалеете ли вы о том, что вы уже инвестировали в эту страну. И если он слышит вопрос о том, что, ну, ответ, что на самом деле мы, может быть, если бы знали, как все пойдет после этого, не делали бы эту инвестицию, то, конечно, никакая иностранная инвестиция здесь, никакая инвестиция здесь более не произойдет. Поэтому это очень важно, чтобы и правительство, в первую очередь, конечно, Министерство экономики, могло, эластично бы реагировало на любые сигналы о каких-то проблемах со стороны тех инвесторов, которые у нас уже есть.